На базе отделения станции юных натуралистов Центра дополнительного образования работает летний лагерь труда и отдыха «Агрошкола». Цель лагеря – создание условий для полноценного летнего отдыха. С ребятами проводится профориентационная работа, уделяется большое внимание экологическому и патриотическому воспитанию. Кубань – сельскохозяйственный регион, и здесь всегда будут востребованы аграрные профессии. В Славянском районе специалистов для сферы сельского хозяйства начинают готовить еще со школьной скамьи. На базе станции юных натуралистов уже пятый год во время каникул открывается летняя агрошкола. Самое главное – мы должны привить любовь к родной земле. Как сказал Пришвин, что природу нужно любить как свою родину. Вот мы и стараемся привить эту любовь у наших детей. Смена у нас одна. Она с питанием. Вот, она ровно 21 день. Именно они и поработают, и узнают что-то новое, и отдохнут. Вот благодаря нашей агрошколе. Летняя агрошкола начала работать в начале июля. Ее посещает 10 талантливых и увлеченных естественными науками ребят из школ города и района. В течение 21 дня они будут изучать основы агрономии, зоотехники, ветеринарии, почвоведения, агрохимии и мелиорации. В программе агрошколы ежедневные практические занятия в научной лаборатории, построенные при поддержке депутата ЗСК Виктора Чернявского. Здесь ребята проводят различные опыты, учатся работать с микроскопами. Подвигать к себе, ребята, подвигать к себе микроскоп. До максимума приближаем. В программе агрошколы большое внимание уделяется и трудовому воспитанию школьников. На своем мини-огороде ребята под руководством педагогов выращивают помидоры, капусту, перец, малину, смородину, а также лекарственные травы. Учатся ухаживать за растениями, пропалывают их и поливают. Полученные знания пригодятся ребятам как в повседневной жизни, так и при выборе будущей профессии. Ну, я научился обращаться с растениями, с животными, научился различать их по видам, по родам. Знания о природе получать важно, особенно учитывая край, в котором мы живем, потому что он очень сельскохозяйственный. Тут любой может заняться сельским хозяйством, начать выращивать какие-либо растения, чтобы получить доход или для удовольствия. Я пришла в агрошколу для того, чтобы узнать что-то новое и интересное. Вот. И нам об этом, если честно, много чего рассказали. Вот. Я пришла сюда в первый год, потому что посчитала, что это будет чем-то интересным и увлекательным. На опытном участке и клумбах ребята трудятся с утра, а после отправляются на теоретические занятия. Кроме этого, школьники проводят экологические акции, участвуют в творческих квестах, а также ухаживают за животными, обитающими на станции юнатов. В общем, каждый день наполнен интересными открытиями и общением с живой природой. После завершения смены ребята получат сертификат об окончании агрошколы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».